Добро пожаловать. Очень рады, что вы сегодня здесь, что сегодня у нас в гостях и Игорь Николаевич, и Ирина Федоровна. Искренне благодарны вам, что вы посетили наше село, нашу школу. Скоро начинается новый учебный год. Отдохнули все лето, надо начинать учиться. Я очень рад, что в вашем селе тем, которые пойдут первый раз в школу, вот из наших рук, из рук руководства страны, региона, вы получите эти ранцы. Я думаю, что вы, как начинающий, полностью не понимаете, насколько это важное событие в вашей жизни, но я уверен, что родители вам об этом будут говорить еще многие-многие годы, потому что не каждый ученик в Молдове получает ранцы из рук президента. Поэтому сегодня я буду вручать сейчас вам эти ранцы. Я очень надеюсь, что вы будете хорошо учиться, слушать и маму, и папу, и учителей, и бабушек, и дедушек, и всех старших. Вам успехов, удачи и растите настоящими патриотами Гагаузии и Молдовы. Нет, на море. Панаита от Дима. Дима Панаита, иди сюда. Ага, все. Так, Димка, ты нас встречал. Держи. Держи. Ну, супер, все. Серзи Валерия. Красивый. Дома плиту оставил. Спасибо. Выбрал Кащинскую гимназию. Приятная девочка. Спасибо! Удачи. Все показывают зубы. Какие зубы? Которые есть. Я очень рад сегодня быть в вашем селе. Я спросил примара, я помню, когда я был на празднике села, это будет на следующей неделе, Санта-Мария. На следующей неделе я говорю, когда это было? В прошлом году? Они говорят, нет, уже 2 года прошло. Очень, очень быстро все это прошло. Мне кажется, в качестве президента я первый раз у вас, но не последний. Хочу вас поздравить с праздниками сегодняшними, День Гагаузии, православный праздник очень большой. И также очень рад, что сегодня здесь мы будем всем первоклашкам, которые пойдут в этом году первый раз в школу, мы будем вручать эти подарки, эти ранцы. Вы знаете, в прошлом году мы тоже вручали. Или здесь не вручали? Вот я хотел спросить, может кто-то здесь... В прошлом году мы тоже всем первоклашкам Гагаузии вручали ранцы. В этом году мы решили всем детям, которые пойдут в первый класс во всей стране, вручать эти ранцы. Поэтому сегодня здесь этим ребятишкам мы вручим эти ранцы. Будем работать все вместе, как мы делаем это. Вместе с нашим президентом, вместе с нашим примаром. Всех за такие красивые подарки к 1 сентября. Улыбаемся!